В Шымкенте накрыли подпольный цех, где производили тонны контрафактной водки. Местного жителя задержали как раз в тот момент, когда он разливал спиртное по бутылкам. 26-летний мужчина переоборудовал свой частный дом в настоящий цех. Подделывать предпочитал элитные марки. Смешивал воду и спирт в больших бочках, разливал их по бутылкам и аккуратно обклеивал этикетками солидных брендов. Таким образом, мужчина успел приготовить на продажу почти 73 тысячи бутылок водки. Сам подозреваемый заверяет, что он начал нелегальное производство всего неделю назад и якобы еще не успел ничего продать. Сейчас это проверяют. Все оборудование, крышки, наклейки и сам алкоголь изъяли для дальнейшего уничтожения. В общей сложности было изъято вещественных доказательств в количестве 42 705 единиц и 3000 литров жидкости для разлива спиртных напитков. По статье 158, то есть незаконное использование товарных знаков, составлен соответствующий административный протокол и в настоящее время направлен в суд.